Фестиваль народної єврейської музики зібрав у культурному центрі «Байдан» усіх, хто любить від душі повеселитися. Народні єврейські музики звуться клезмери. Їх музика запальна і весела. Недарма в історії клезмери відомі перш за все як весільні музиканти. У давнину клезмери об'єднувалися у мандрівні ансамблі і, можна сказати, гастролювали на ярмарках, весіллях, балах. Їхня музика – частина самобутньої єврейської культури. Клезмер – це музикант. От двух еврейских слов «клизмер» – инструмент и напев. Но хочу вам сказать, что есть клезмерская музыка, она по большей части инструментальная, а есть песни на идиш. И то, и другое прекрасно. Клезмери з усього світу збираються у Харкові на фестивалі уже в 13-те. Три неповторних дні музики, імпровізації на сцені, нових знайомств і натхнення. Борис Іцкович на фестивалі клезмерської музики в Байдані у 5-те. І каже, обов'язково приїде наступного разу. С большим удовольствием приеду сюда еще раз и обязательно вот эти эмоции, которыми сегодня зарядился, которыми зарядился в течение этого фестиваля, я приеду домой и уже, так сказать, поделюсь со своими музыкантами, и когда буду выступать, обязательно буду играть часть этого репертуара, который сегодня прозвучал здесь, потому что каждый раз приезжая сюда, это еще и обогащение репертуара. Фестиваль Харьков «Клезмертек» – это одно из главных событий нашего культурного года в нашем центре. И, безусловно, это событие для всего города Харькова, потому что это уникальный фестиваль с уникальной музыкой, которую невозможно услышать каждый день в нашем городе, ни в филармонии, ни в каких-то других залах. Это бывает только один раз и только у нас. И съезжаются музыканты с разных стран. Замечательный, классный фестиваль. Это единственная возможность приехать и познакомиться с харьковской еврейской публикой, не только еврейской. І учасники, і глядачі зарядились на фестивалі натхненням. Понесли у серці додому гарний настрій і сподівання, що 14-й фестиваль клезмерської музики у Байдані буде таким же колоритним і веселим.